7 июня 2021 года, после 4 часов, мы приехали в Ньюки, бросили вещи в гостинице и побежали на море. Ньюки, вода ледяная. Ну как трудно жить без моря. Эх, хорошо. Просто праздник какой-то. Вот цветы, как в Португалии. Завезен издалека, они сорняки такие, что других цветов, других травы не могут расти на их месте. В общем-то, в Португалии это бич, в Англии тоже уже начинается. Но если запустят, то кроме вот этого вот растения, которое никто не ест, ни из животных, ничего не будет. Но такого я еще не видел, таких бабабов. Что за бабабы? Осторожно с этими надо кактусами, блин. Да, они ядовитые могут быть. Да, интересно. Кто-то костер тут поджигал. Люди купаются в такой холодной воде. Вот молодцы, моржи, наверное. Ну что, Ирина, тебе хорошо? Конечно. Спрашиваешь. И тут у меня неожиданно пропал звук в микрофоне. Не знаю почему, что-то отсоединилось. Но не в этом дело. Места здесь, конечно, красивые. Просто прелесть. Каждому советую посетить это место. Особенно те, кто живет в Британии. Кто-то могилку поставил, крестик, в память о своей маме. Но это не могилка, это, скорее всего, memory,
place такое, напоминание, что мама, наверное, любила его ходить на это место и смотреть на море. Потому что на море смотреть просто обворожительно. Скалы и волны – это просто прелесть. Можно смотреть бесконечно. Вообще район Ньюки – это древняя старая рыбацкая деревня, с которой потом вырос город. Еще когда-то давно, в бронзовом веке, здесь были уже поселения. Ну, потом здесь жили бриты, потом пришли, конечно же, римляне, стали притеснять бритов. Но после ухода римлян пришли англосаксы, а также и викинги, и кого тут только не было. Корнуэльский флаг, белый крест на черном фоне. Вообще, после того, как их стали все-таки вытеснять саксы, много этих бритов перебралось в Бретонь, на северо-запад Франции. Корнуэльский диалект забыт. 200 лет, уже больше 200 лет его не существует. Но сейчас как-то пытаются реанимировать его. Для меня было открытием, в общем-то, что здесь сегодняшние власти Великобритании хотят открыть космический центр. Так вот, будут, наверное, космодром строить или космонавтов воспитывать, не знаю. Время покажет. Вот опять эта трава паскудная. А там вдалеке рыбу ловят на лодочке. Макрель или ставриду по-нашему. Но место, как я говорю, очень чудесное. Сюда можно приезжать, все время жить. Вот палатку кто-то поставил. И живет там. Рыбу ловит и купается. Хорошо? Просто великолепный отпуск. Ну, конечно, если не зимой там жить. Зимой там гораздо холоднее и ветренее еще. Хотя ветер здесь, наверное, все время. С одной стороны полуострова ветер, с другой, конечно, нету пока его. Купаются люди. Вот старая как бы спасательная станция. Когда-то давно, если шторм, если кто-то там тонет на кораблях, то была организована служба спасения. Возможно, она и сейчас действует, я не знаю. Но я не видел. Видел в другом месте. Сейчас обкладывают блоками, чтобы не разрушались берега, потому что все разрушается со временем. Забор поставлен в некоторых местах, чтобы люди не ходили по краю обрыва. А то можно и упасть. А если упадешь, то уже все, каюк. Хотя в некоторых местах забора нет. И есть тропинки к самому краю. Идти по дорожке за сплошное удовольствие. Рядом скамеечки. Можно всегда посидеть, отдохнуть. Интересно, мне одна скамейка попала с надписью «Дата рождения». Неужели человек так долго прожил? Но я думаю, это, скорее всего, такая ошибка. К сожалению.
Вот тропинки повели вниз, к самому краю. Можно обвалиться там, и все. Но интересно же сходить посмотреть. Любопытство-то разбирает. Рыбаки на лодке. Но, как правило, я здесь видел, что ловят крабов. Красота. О, порт какой для сдачи крабов. А там отель интересный на острове. Дорогущий. Ну, дети купаются. Интересно. А вот фотография этого порта 1904 года. Здесь трамвай ходил. И, возможно, еще какой-то паровоз для разгрузки корабликов. Но трамвай точно ходил. Ну, кораблик. Проходит. Море. Море. Бухточку. Крабов наловил. Там интересные домики. Попробую фотку сделать. Там фигурки интересные на крышах. Везде распространяется это. Наваждение. Замочками. О, вертолетик летит. Геликоптер. Там гостиница дальше, на острове. Мостик к ней ведет. Очень дорогая. Что-то в районе 1000 фунтов за сутки. Ну что, приплыли там. Сети сняли, а крабов нет. Чудненько. Ну все, всем пока. Продолжение следует.